В самом разгаре сейчас уборочная страда. Как идет уборка урожая в Ядринском районе, проверил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов в рамках рабочей поездки. Ход уборки яровых и сев озимых зерновых культур проверили на полях племенного конезавода имени Чапаева. Сейчас уже посеяно 160 гектаров озимых культур. Осталось еще 300. Урожайность здесь неплохая, уже третий год подряд увеличивают площади. Они закупили новые комбайны. Сегодня вот мы убедились в этом, типа класс работают хорошо, потери нет. Валовый сбор у нас сегодня составляет 16 800, средняя урожайность по району 22,8 центнера гектара. Новый зерноуборочный комбайн пополнил машино-тракторный парк конезавода. Усовершенствованный бункер вмещает в себя 7 тонн зерна и практически без потерь убирает урожай, в чем лично убедился министр сельского хозяйства Чувашии. По его словам, уборочная посевная кампания в Ядринском районе проходит так же, как и в среднем по республике. На сегодняшний день 170 тысяч гектаров убрано по республике. Это составляет 61% к плану. В целом намолочено 355 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 20,7 центнера с одного гектара. Это, конечно, ниже, чем к уровню прошлого года. Но в целом из-за того, что мы посеяли больше зерновых на 10 тысяч гектаров, я думаю, что валовка будет у нас не ниже, чем уровень прошлого года, а может быть даже чуть-чуть выше. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.